паре евро-доллар часовой график. Вчера в течение торговой сессии наблюдалось в основном падение котировок. В ожидании протокола комитета по открытым рынкам США, который был опубликован в 9 часов вечера, в 8 по платформе. Здесь можем наблюдать, что рынок, в принципе, отреагировал не очень активно на эту новость, ввиду того, что в протоколе не содержались какие-то более детальные данные, нежели те, что Джанет Йеллен сообщила 21 сентября. Итак, на текущую ситуацию мы замечаем, что технический анализ говорит о ослаблении темпов падения, что также может служить уже признаками для открытия сделок на покупку в ближайшее время. Так, возможно открытие непосредственно в самое ближайшее время, как и после пробития приора и консолидации обратно к уровню 10.47. На сегодняшний день не ожидается выход важной макроэкономической статистики, способной повлиять на европейскую или американскую валюту, поэтому будет рекомендовано открывать позиции с учетом технической ситуации на данном рынке.